Четверг, начало 9-го. На проезжей части улицы Механизаторов лежит мужчина. Таков исход ДТП. Скорая в пути. Вызвали очевидцы. На месте сотрудники госавтоинспекции. А эти кадры сняты на мобильный телефон нашим корреспондентом. Он случайно оказался на месте аварии. Дорогу переходил или узел? Ну, сильно врезала, как бы, ну, сильно ударила. Он перевернулся, да. Пока съемочная группа прибыла на место, пострадавшего с телесными повреждениями уже увезли в больницу. На месте ДТП только фишки. Инспекторы разбираются в деталях случившегося, опрашиваем очевидцев. Когда услышал стук и поднял голову, увидел то, что мужчина лежит на дороге. А до этого не видел, как он перемещается, может быть, по дороге или нет? Ты видел? Он был пьяный или нет? Да, он был пьяный, переходил дорогу. Сначала первую машину прошел и потом на вторую наткнулся. Он по сторонам не смотрел. За рулем «Пежо», под который угодил пешеход, сидела женщина. Сама с журналистами общаться не стала. Краткий ответ от супруга. Жена ехала с работы, это самое. Шел пьяный, кинулся под колеса. Ну, получается, ну, очевидцы говорят, что от одной машины ушел и попал. И под вторую прыгнул. Угу. Супруга в каком состоянии? Ну... В шоке. В момент дорожно-транспортного происшествия, констатируют инспекторы ГАИ, водитель иномарки была трезва. Чего нельзя сказать о пешеходе? Пешеход не был обозначен световозвращающим элементом. По предварительной информации находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший мужчина сегодня под наблюдением медиков. Его состояние оценивают как удовлетворительное. Пока по факту ДТП проводится проверка. Елена Кутозова, Аванес Степанян, Павел Зуев. Бобруйск, 360.